Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я познакомилась с парнем на сайте знакомств, ему 29 лет, и у него никогда не было отношений. Ну, соответственно, интимных тоже. Не знаю, правда ли это. Мне показалось это странным, способно ли врать парня в таком, и с какой целью, и не странно ли такое в современном мире. Спрашивает пользователь по имени Ольга. Ну, смотрите, конечно, способны врать или нет, это вопрос индивидуальный. То есть я, скажем так, при необходимости мог бы придумать как за, так и против этого, вот, то есть, ну, я мог бы придумать за то, чтобы, ну, врать в этом, и против того, чтобы врать в этом. Вот, поэтому, как мне кажется, не имеет никакого смысла пытаться искать эту правду. Вот, человек вам не скажет. А, скорее всего, человек вам не скажет. Ну, по собственной воле, по крайней мере, человек не скажет вам правду, вот, просто потому, что если это обман, то ему в целом невыгодно говорить. Если это обман, то ему невыгодно говорить об этом. Ему невыгодно это. Вот. Если же человек говорит правду, то опять же, я думаю, что убедиться в этом не составит большого труда. Если вы пообщаетесь с человеком немножко побольше, вот. То есть, ну, как бы, если бы просто вот, если вы, повзаимодействуете с человеком, какое-то время, я думаю, что вы вполне сможете, ну, увидеть, к чему вы склоняетесь. То есть вы, ну, вы склоняетесь, например, больше к тому, чтобы ему верить, да? Или вы склоняетесь больше к тому, чтобы ему не верить. Тут как бы решать уже вам. То, что вы сейчас как-то сомневаетесь в его, ну, вот, в его такой позиции, да, то это нормально, понятно, что вас это смущает, вот, ничего удивительного в этом нет, как мне кажется. Но, тем не менее, значит, ну, на мой взгляд, нужно дать хотя бы, ну, хотя бы шанс, возможно, человеку, хотя бы шанс.
Вот, если бы, там, условно говоря, решили быть с ним вместе, например. Вот, поэтому лично мне кажется так. По поводу того, нормально ли это в современном мире, ну, вот говорить о том, нормально ли или нет. Я бы так поостерегся, потому что, что есть норма, у каждого своя норма, вот. И, соответственно, у мужчины есть, по-видимому, своя история. Вот. Есть свой путь, которым он идет. И вот, если ну, для его пути это нормально, то почему нет тогда? Вот, если, ну, если вот именно для его пути, да, это нормально. Вот. Другое дело, что вы тревожитесь. Вот. Другое дело, что вы волнуетесь. Другое дело, что вас что-то беспокоит, вот это вот уже другой момент. То есть, если вы, ну, например, не доверяете сами себе, то это может быть серьезный проблемой, если вы себе не доверяете. Вот. Поэтому мне кажется, что вам бы поработать вот именно над уверенностью какой-то в себе. Вот, над доверием себе, то есть учиться себе доверять и помнить, в общем-то, такую, как мне кажется, простую вещь, что что если вам что-то не понравится, если вам что-то не нравится, то вы можете сразу тут же выходить из отношений, вот, и не задерживаться в них, вот, то есть, если вы боитесь, да, что вас, ну, что вас как-то обманывают, если вы боитесь, что вас могут использовать,
Вот, что, ну, в принципе, это понятно. То есть это нормально. И человеку доверять сразу сходу не хочется, да и не надо. Вот, и вы можете опасаться чего-то. Вот, поэтому это нормально, просто вот всегда, на мой взгляд, вам нужно помнить, держать в голове, что что никто вас не заставляет быть в отношениях, и без вас, без вашего на то желания, ну, ничего не будет. Вот. Поэтому в этом смысле вы можете, на мой взгляд, быть спокойны. Вот, если вы все равно чего-то боитесь, да, если у вас, ну, все равно есть вот какой-то страх, вот, то я бы рекомендовал психотерапию, я бы рекомендовал работу с психологом для того, как раз, чтобы ваши страхи, ну, не так сильно на вас оказывали влияние. Вот. Как-то, и вот как-то так. То есть, ну, понятно, что молодому человеку в голову не долезешь, вот, понятно, что он может говорить всякое, в том числе по его каким-то соображениям. Вот вам здесь важно быть очень внимательным к себе, и если вот что-то не нравится, да, если вдруг что-то не понравится, то тоже выходить из отношений, на мой взгляд, это единственное, что вы можете сделать в этой ситуации. Вот. Ну и если вы познакомились с мужчиной в интернете, да, если вы познакомились с ним где-то вот в сети, то тут очень важно увидеть, а что вас вот привело как бы в сеть. То есть, почему вы пришли в сеть. То есть, ну, вот, к большому моему сожалению, люди не просто так оказываются в сети, да, то есть люди не просто так начинают знакомиться по сети, к сожалению, опять же. То есть, есть у этого какие-то вот, ну, причины. Вот, и если вы, соответственно, ну, как-то вот узнали бы эти причины, да, то есть, ну, разобрались бы в них или с ними, вот, то было бы, ну, было бы, наверное, лучше. Вот, то есть, опять же, вам вполне возможно лучше там, лучше там в себе разбираться, а не в другом человеке. Ну, просто для себя, для вас это просто было бы как-то более достижимо, скажем так. Вот, ну и решать, опять же, естественно, вам, никому больше.
Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. То есть позволит вам, ну, во-первых, сформулировать какие-то базовые постулаты, во-первых, для психотерапии. Вот, сформулировать свое отношение, увидеть проблематику, да, то есть, может быть, вам вот что-то из того, что я сказал, откликнулось, а может быть, ничего не откликнулось. То есть, тут тоже могут быть моменты. Это очень важно зафиксировать, что вам откликнулось, что нет, вот, для того, чтобы понимать, какое направление мы хотим идти, вот, то есть куда мы хотим двигаться. Вот. Ну и финальный вопрос, да, вот, вы почему-то думаете, что мы вашего мужчину знаем лучше вас. Ну просто вот такой у вас вопрос, что вот кажется, что вы думаете, что мы знаем его лучше. Нет, мы его не знаем лучше вас совершенно. Всего вам самого доброго, обращайтесь, удачи.